Thank you.
Сулейман, 97-го года рождения, боксом занимается 10 лет, провел 80 боев, 77 боев решил победу. Тренируется под руководством тренера Вероспана. Является победителем первенства России и Европы 2011-2012 годов. Синий угол лидер, представитель спорной команды Российской Федерации Сулейман Балматов. В этом бою победа по очкам одержала представитель сборной команды России Сулейман Балматов. Спасибо, спортсмен.